Hello, ты на канале Monarch Play, и у нас прохождение Titan Quest продолжается, так что присаживайся поудобнее. И там чаечек, я не знаю, сочечек или что, с чем ты обычно любишь смотреть видосы. И погнали. Поехали продолжать. Продолжаем, да. Ладно. И кто такой есть? Какой-то там верховный хрен. Как у меня подлагивает из-за того, что слишком много мобов. Ну, как бы так издалека ты мне ничего не сделаешь. Ну я тебя особо тоже как-то что-то не попадаю. Ай-яй-яй, а что так жестко? Стой, дай-ка я отойду. Когда он попадает, прям нормально прилетает. Тихо, не лагай. А ты что заел? Это читерство. Тихо. Че, он все? Я говорю, смотри, отсюда как будто не выбраться. О. Понятно, зачем они эту кнопку сделали. Когда очень быстро делаешь локацию, то ты можешь спокойно сделать так, что потом из этой локации будет не выбраться. Уже они наездники на этих. Крутые ребята, крутые, ничего не скажешь. Ой-ей, а почему я пройти не могу? Что за барьер? Миленько, то есть я могу пройти, но не могу пройти. Просто, конечно, здесь лучники, это очень мило со стороны. Точнее, наоборот, не, нифига не мило, потому что это очень неудобно. Так, у меня есть вопросы. У меня есть вопросы, куда мне идти дальше. Здесь проход завален. А, вон тут есть какой-то проход. Нет, нету. Это вниз проход. Сюда прохода нет. Интереснейшая получается ситуация так-то. Может, мне просто наверх надо было, вон туда, действительно. Но тут тоже все проходы закрыты. Вон тут дальше никуда не попасть. Ну-ка, и куда нам? Или нам нужно сдать с этим тритоном задание? А я не помню, мы пещеру вот эту заходили? Может, там в пещере проход есть? Стопудово, мы в пещеру не заходили. Да, тут что-то кто-то квестовый. А, этот Сиккурат, который по заданию этим ребятам должен был помочь. Давайте все вместе меня гасить не будем, не? Один на один никак. Вот это он раскидывается всем подряд, ты посмотри на него, а? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, герой всего лишь. Ты не можешь, ты не можешь понять больше.
Все как бы это очень мило, только меня интересует, что там за закрытый проход и почему он закрыт для меня. Ну ладно, пойдем давай сходим, вернемся к этим, типа, которые свести счеты хотят. Так, а в эту пещеру я тоже, по-моему, не заглядывал в итоге. Или заглядывал? Нет, заглядывал. А, так. Меня волнует этот моментик. Как вернуться к этим, которые отомстить хотели. Они вон там, так далеко. Он и правда мертв? Это точно был он? Какой чудесный день для всех членов сопротивления. Мы в долгу перед тобой, человек. Так, моя немножко не понимать. А, вот оно что. То есть сегодня-то, может, я и уничтожил всех. Просто надо уничтожить всех верхних этих. А вот не знаю, уничтожил я всех или не уничтожил. Классно, тут я появился, конечно. Так, а идти мне туда? Ну давай, ладно, сгоняем. Может быть, все-таки я уничтожил их. Что, один был здесь сверху сразу? А остальных не знаю, я не видел, по-моему, остальных. Но двух я точно уничтожил. А вот третьего не уверен. Ну если что, найдем. Да, нет, еще не нашел его третьего. Ладно. Главное, чтобы он, знаешь, не был где-нибудь, я не знаю, там, типа... Сейчас, минуточку. Чтобы он не был где-нибудь в неизвестном мне месте, слишком далеко. Это получается, надо по всем пещерам пройтись. Вот в одной мы одного заметили. Я вас трогать не буду. А вы меня не трогайте, будьте добры. Так, на двух мы точно высекли. Потому что один был босс для вот этой мести, которая хотела это. Потом одного мы в этой пещере вот теперь, да. Здесь же никак не пройти, никуда нет. Надо идите просто не в себя. Так, ну здесь прохода нет. Здесь тоже нет. Тоже не похоже, что был проход. Тут тоже все заблокано. В эту сторону тоже все заблокано. Ты чё ж подлагиваешь-то, когда начинается какой-то глобальный замес? Так, здесь в конце эти. Все ясно. Что-то где-то я пропустил, короче, боссика квестового.
А где одному богу известно? В принципе, кстати, можно было бы здесь Антона случайно взять, на всякий случай. Потому что там туда-то в конец у нас телепорт есть. Здесь никакого прохода нет. Понятно. Просто где-то пропустил босса, короче. Здесь прохода нет. Здесь это запчастями, все ясно. Здесь тоже никого интересного, здесь разрушенный проход. Ну где-то, слушай, прям в начале я пропустил, видимо. Потому что лужу я эту проходил. Здесь вроде никаких пещер в луже не было. Ну сюда разве что я не ходил. Но это проход туда же, где откуда я был в теории. И откуда я пришел в теории, нет? Я же отсюда поднялся, пришел. Вроде есть наверх проход, но... Нет, нет его там. Ох, странно-то как, а? Ну давай в другую сторону сходим, может там что-то есть? Тут завален проход. Ну где-то я прозевал, короче. Босика. Сейчас найдем, если повезет. Ключевое слово здесь есть. Ты не можешь, нести больше. Ничего страшного. Блин, реально по дороге была же по-любому одна какая-то пещера, которая такой типа. Мы во все пещеры разглядывать не будем. Вот, например, вот эта сверху. Которую я 100% вот сюда не заглядывал. Даже не поднимался. Нет? Нет такого ощущения? А у меня есть такое ощущение. Здесь как раз таки вот последний моб. 100%. И после этого откроется мне проход. А, нет, здесь только части. Нет, стой, мне надо выкинуть что-то. Так, где-то да, она есть, которая со смотками этими. Но нужна мне здесь не она. Мне нужно, чтобы здесь был моб какой-то, боссик. Не, никак. Магический сундук, что мне не очень интересно. Еще один сундук, но тоже не очень интересно. Где-то я кого-то пропустил. Так, ладно. Может, здесь где-то в конце? Какой-нибудь герой или хоть кто-нибудь. Понятно, понятно, понятно. Вот этот минус, когда пробегаешь, ничего не разглядывая. Но то, что я набрал все на древнее это ее искусство, это понятно. Но меня не оно особо волнует, а все-таки как нам дальше пройти. Самое печальное, что он не показывает эти пещеры, где рядом. А где здесь проход? Ай-яй-яй, стой. Тут есть проход как будто бы сюда, который как будто бы я раньше не юзал. А, это просто такой проход туда.
Понятно, ясно. А это короткий проход куда? Тупичок. Супер, спасибо большое. Мне вот только расстрела не хватало вашего всеобщего. Так, ладно, погнали. Тут где-то мы точно стопудово по пути что-то пропустили. Какую-то пещерку. Еще что-то подобное. Так, тему квест сдали. Туда нам вроде как не спуститься никак. Здесь вроде по дороге пещер не было. Офигеть, просто два раза подряд карту уже пробегать. Это даже не прикольно, как будто бы. Так, вот сюда я точно не ходил. А, вот он. Да, из-за Гоги, вот он. Ясно. Сейчас выкисит еще меня. Ай-яй-яй-яй, не надо. Стойте. А, это он тотемчик поставил. Ай-яй-яй-яй. Можно отвлекаться? Подожди. Не-не-не-не-не, дай отвлекаться. Чуть-чуть осталось. Все, да, отлично. Основное мы выполнили. Еще случайно выполнили то. А знать бы еще, где эта девчонка с предметами. Вообще не помню, где, короче, девчонка, которой надо сдать предметы. Внешняя Атлантида — это вообще на старте, да? Да. Значит, там, ладно, придется до нее спускаться. Печально, печально, очень печально. Это будет не быстро. Ну, спустимся, что поделать. Раз уж набрали, получается, всех предметов квестов, то почему бы нам не спуститься? А пока загружается, ты можешь подписаться. Так, это раз. Во-вторых, надо тогда продать, короче, шмот. Тебе можно продать? Нет. Ладно. Давай тогда слетаем Гадир. Раз мы типа не торопимся, то мы тогда слетаем Гадир. Продадим там все и тогда вернемся, все сделаем. Потому что, ну, как-то это. Больше, чем я ожидал, чуть-чуть. Еще? Нифига они мощные у них. Чё и продают за 60 штук, как-то так обидно. Опять 3 ляма накопил, значит опять придется идти покупать сферу. Да прибудет с тобой Кайрос, удачи! Ну я так понимаю, шанс выпадения чего-то прям классного с этой сферы такой себе. То, что мне изначально выпали синие шмотки, это видимо везение в некотором плане. Приходи в любое время, заходи почаще. Обязательно. Что еще? Загляни через неделю. Так, значит, сейчас идем, короче, к этой мадам, которая может нам сделать какой-то там артефакт из Атлантиды. Неведомый, вот. И, соответственно, там сейчас попробуем все сделать. И после этого, видимо, пойдем в конец, потому что, в принципе, мы вроде как всех троих убрали лишних ребят. И сможем сейчас спокойно пройти. Я подумал, что вместо них цветы вырастают, когда они умирают. Останься. Ладно. Все-таки система пробегания немножко дала сбой. Потому что мне пришлось из-за этого... Подожди, нам вроде здесь не вниз, по-моему, нам здесь вниз. То, что там-то квестовый предмет, но не квестовая девица это.
Она вон та, там. Она может быть даже ниже еще, не? Блин, она, по-моему, да, еще там дальше. Потому что здесь этим стены. А она где-то еще там дальше. Наверху нет. Если б я помнил вообще, где она. Я скоро просто эти земли буду на память все знать. Нет, не здесь. По-моему, вон там внизу, перед мостом. Да, вон она. Не понял. Не здесь? Вот здесь, что ли? Да. Вижу, у тебя есть все, что нужно. Наконец-то. Спасибо. На проволоке следы патины? Надеюсь, ты используешь новые знания во благо. И что за хитроумное изобретение? Серьезно, ради этого мы бегали? Просто бред. Ну, может, конечно, оно прикольное, потому что можно любое оружие сделать, как мейпакило. Типа, только если бы я на электричество делал бы, как надо было изначально силой духа взять силу воздуха, но кто же знал. Никто не предупреждал, никто не предупреждал. Да и суть не в том, чтобы правильно раскачать, суть в том, что просто мы проходим, смотрим сюжет, и в целом просто кайфуем от игры. А вот это вот билдом строение, к нему надо подходить иначе. Чтобы это сделать, нужно... По-моему, даже я это пробовал. Когда, короче, в Titan Quest есть калькулятор. Калькулятор билдов. Вообще, по-моему, к любой RPG-шке есть калькулятор билдов. И там можно спокойно, быстро себе любой билд насобрать, посмотреть по дамагу, собрать все, что хочешь просто, если прям вот этой с целью задаться. Там даже нет смысла тогда играть, есть смысл просто в билды уходить. Дам Посейдона, здорово. Ага, в тебя попасть не могу. Здесь пройти не могу. Я могу только обойти вас всех. Ребятки, я бы очень хотел с вами поиграть, но, конечно, до последний моб нужно сделать что? Правильно, лабиринт. Они сделали это? Как? Они призвали ее! Кого-то призвали, молодцы. Это так, конечно, банально, что, типа, всегда, когда конец идет миссии, идет какой-нибудь лабиринт, где ты должен пройти через толпы мобов, чтобы всех там, типа, оглушить и пройти дальше. Причем этот лабиринт сделан так, чтобы ты, типа, не нашел правильный выход, да? А что у вас так тут дофига собралось-то? Говорится, да, толпой гасит даже льва. Реальный пример. Возьмем морской посох, дальше меня ничего не интересует. Тупик, тупик, везде тупик. Ты надоели вы со своими тупниками? Так, ага, все, понял, там проход был все-таки. Ну как бы, да, вот будем заниматься тут вот этим вот раскидыванием толпы, но только в случае, когда нам это действительно необходимо, когда дальше иначе не пройти. Я тебя понял. Хитро, хитро. А вот, видимо, и последний босик. Да? Три босика. Бог. Тиамат. Ай-яй-яй, не надо так сильно. Он оглушает. Я понял, так, ладно. Не так уж страшно это все дело. Просто надо осторожно с этим заниматься. И хвоста избегать. Так, один есть. Ну я так понимаю, ой-яй, это не последний, наверное. Так, второй есть.
Ну, слабоват он для последнего босса, значит, точно не он, значит, это просто предбосси. Это очень оригинально сделать. Босса перед боссом. Так, отлично, эти готовы. Но это же не последний босс, не может быть такого. Спасибо за белые шмотки, очень мило и красиво. Так, в разрушенном храме Посейдона в самом центре Атлантиды вы поверили древнюю богиню Тиамат, вызванную серпентоидами из бездны, неизвестными, но очевидно мрачными намерениями. Поднимайтесь на Акрополь и узнайте, что лежит за храмом. Погнали. Да, это не конец еще. Достойно, достойно. Подъем Атлантиды. Получилось. Я успел увидеть конец поединка. Вот это чудовище. Мы знали, что главари культа обладают мощью. Но такое... Кто бы мог подумать, что они смогут призвать свое темное божество? Отлично, дальше делать на... Ты это чувствуешь? Погоди, ты это чувствуешь? Что-то... А, ну как же без тебя? Чё, всё-таки это не последнее, да? Победив Тиамат, вы выяснили, что на самом деле стоит за культом Сперентива и призывом богини. Им оказался четвертый Талхин, ему удалось уйти, но перед этим он жестоко убил последнего жителя Атлантиды. Отправляйтесь за Талхином и положите конец этим злодеянам. Вот как они решили завязать сюжет, что типа в конце ты все равно вернешься к тому, что ты будешь убивать Талхина. Ладно, тогда знаешь, что мы сделаем? Сейчас я их добью, и мы на этом на сегодня завершим, потому что по времени мы вряд ли успеем последнего босса убить, да и не хотелось бы торопиться, явно они сделают что-нибудь такое, что придется прям запариваться. Поэтому... Спасибо за просмотр, ставь лайки, пиши комментарии, вступай в группу Discord, ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме, и, конечно же, подписывайся на канал и следи за продолжением. Пока-пока.